саженцы клематиса крупноцветкового Хёбли Хайбрид. Клематис, Хёбли Хайбрид, относится к виду многолетних декоративных лиан. Это быстрорастущий устойчивый сорт с нежно-розовыми цветами и шоколадными серединками. Обильно цветет с июля до октября. Его выбирают для украшения придомовых территорий, высаживают вблизи беседок, стен и решеток. В качестве опоры клематис также использует растущие рядом деревья и кустарники. Оптимально высаживать в легкой полутени. На открытом солнце сокращается период цветения, оттенок лепестков тускнеет. Предназначен для богатых, хорошо дренированных почв. Клематис крупноцветковый Хёбли Хайбрид – это многолетнее растение. Лиана лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола клематис крупноцветковый Хёбли Хайбрид можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает клематис крупноцветковый Хёбли Хайбрид в месяц июль, июнь, август. А второй раз может цвести в месяц сентябрь. Интересные цветы клематис могут быть до 15-20 см. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый Хёбли Хайбрид – самоопыляемый, обоеполый сорт. Клематис крупноцветковый Хёбли Хайбрид создал Касаши Джоузава, Япония. Создан сорт был в год 1971. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.